современном бою танки являются главной ударной силой сухопутных войск. Для эффективной борьбы с танками и другими бронированными объектами и огневыми точками противника закрытое акционерное общество ЦНИП разработало противотанковый ракетный комплекс «Шершень». Это ПТРК последнего поколения. Линейка изделий «Шершень» включает модификации с одним, двумя или четырьмя огневыми каналами, которые могут быть выполнены в переносном варианте либо устанавливаться на мобильные платформы. Также выпускается облегченная версия комплекса. Максимальная дальность стрельбы ПТРК «Шершень» по движущейся цели составляет 5000 метров, по неподвижной цели — 5500 метров. Прицельная дальность стрельбы превосходит прицельную дальность стрельбы танковых пушек в 1,5-2 раза. Время полета ракеты на максимальную дальность стрельбы составляет не более 24 секунд. Калибр ракеты 130 или 152 мм. Бронепробиваемость за динамической защитой от 800 до 1100 мм в эквиваленте в зависимости от калибра. Вес комплекса 90 кг. Существует также версия ракеты калибра 130 мм с увеличенной дальностью полета до 8 км, разработанная специально для установки на вертолеты. Расчет из двух человек может перемещать ПТРК «Шершень» в пешем порядке или на любом виде транспорта. Время развертывания комплекса — до 2 минут. Стрельба проводится на общевойсковом военном полигоне. В качестве бронированной цели — корпус танка Т-80. Расчет занимает позицию на дистанции 3600 метров от цели. Цель находится в зоне прямой видимости. Пуск произведен через 55 секунд после того, как расчет занял позицию. Цель поражена. ПТРК «Шершень» работает надежно с высокой эффективностью. В состав комплекса входит пусковая установка, транспортно-пусковой контейнер с управляемой ракетой, прибор наведения и пульт дистанционного управления. Прибор наведения ПНС предназначен для наблюдения за местностью и разведки целей, наведения ракеты на цель, измерения дальности до цели, управления ракетой в полете. При этом лазерный канал управления ракетой имеет важное преимущество. Он выполнен с использованием так называемого режима превышения. В полете ракета движется с превышением над линией визирования от 3 до 10 метров и лишь за полсекунды до момента соприкосновения с целью выходит на линию визирования. Это повышает скрытность стрельбы. Противник до последнего момента не обнаруживает лазерного излучения и ракету. У него нет времени укрыться. А также позволяет вести эффективную стрельбу на местности с естественными и искусственными препятствиями. Для стрельбы ночью ПНС может быть оснащен тепловизионными модулями различных производителей. Пуск ракеты производится из транспортно-пускового контейнера. Боевая часть ракеты может быть тандемной кумулятивной или осколочно-фугасной. Тандемная кумулятивная боевая часть позволяет преодолевать динамическую защиту всех современных танков и бронетехники и пробивать броню толщиной в эквиваленте от 800 до 1100 мм при угле встречи 60 градусов. Ракеты с осколочно-фугасной боевой частью применяют для уничтожения живой силы противника, в том числе в укрытиях различного типа, а также небронированной техники. Пусковая установка выполнена на складной трехточечной опоре,
что позволяет использовать противотанковый ракетный комплекс «Шершень» на любом рельефе местности. На пусковой установке расположена подвижная платформа, которая обеспечивает повороты в горизонтальной и вертикальной плоскостях. На ней закреплены прибор наведения ПНС и контейнер с ракетой. ПТРК «Шершень» управляется дистанционно с выносного пульта управления. Оператор может находиться как непосредственно рядом с пусковой установкой, так и в укрытии на расстоянии 100 метров и далее. Это значительно повышает живучесть расчета и снижает психофизическую нагрузку на оператора. Пульт дистанционного управления перед пуском автоматически проверяет готовность всех систем комплекса. Он сохраняет работоспособность не менее 4 часов без замены аккумуляторной батареи. ПТРК «Шершень» эффективен против движущихся целей. Режим автосопровождения позволяет сопровождать и поражать движущиеся цели автоматически без участия оператора. Оператор должен лишь первоначально захватить цель в режим автосопровождения и затем нажать кнопку на пуск ракеты. ПТРК «Шершень» универсален. Он рассчитан на работу в любых климатических зонах в диапазоне рабочих температур от минус 35 до плюс 65 градусов по Цельсию. Может применяться днем и ночью, а также в сложных метеоусловиях. «Шершень» могут иметь на вооружении любые подразделения. Он одинаково эффективно поражает современные танки, в том числе с навесной и встроенной динамической защитой, фортификационные сооружения, надводные и малоскоростные низколетящие воздушные цели. Благодаря высокой технологичности он прост в обращении. Обучение личного состава может быть проведено инструктором прямо в подразделениях, в том числе с использованием электронного тренажера. Ракетный комплекс «Шершень» может применяться не только автономно, но и на различных мобильных платформах. Модульный принцип построения пусковой установки позволяет использовать базу различных колесных и гусеничных шасси морских и речных судов. Установить на них «Шершень» можно за короткий срок прямо на территории заказчика. Облегченная версия ПТРК «Шершень-L» весит всего около 20 килограммов и снаряжается ракетой калибра 107 мм, которая после преодоления динамической защиты способна пробить броню толщиной в эквиваленте 550 мм на дистанции до 2,5 километров.